всем привет, дорогие друзья, с вами Илья Аниматор. Сегодня я решил нарисовать, богатого парня из Бэнкмана серии. Так вот, он появится в пятой серии. В пятой серии вас ждет очень много злодеев и так далее. Но вы сами понимаете, почему так случилось. Потому что я, как всегда, нечем заняться и так далее. Потому что я решил поанимировать и порисовать и так далее. Но потому что у меня такой рисунок хороший и так далее. Но я прикольно рисую. Ну вы сами знаете, чему я рисую. Тем более у меня хорошо получается рисовать и, немного анимировать. Да. Каждый день не анимировать тоже один раз. Но я так что помню. В прошлый раз, 2021 год, не знал, как это рисовать флипоклип. Не знал, как это называется. Так вот, в общем, сейчас, 2024 год, я придумал новую серию. Но случайно своровал у Бэтмена. Да. Вы в курсе, что знаете о Бэтмене 2004 год? 2004 год Джокер случайно заразил одного человека, который... Он уже... Сейчас уже в психушке. Ну, не в психушке, а Аркхаме, больнице. Но Бэтмен пошел в Аркхам. Что там происходит, и все выпущены... пациенты. Но сейчас он встретил одного доктора. Но он чего-то стоял с улыбкой, но потом Джокер спросил: «Похож на папу, не так ли?» Ну, а потом вот. Случайно началась драка и так далее. Ну, а потом сразу же на следующий в конце его там ждет очень долго. Сидит в Аркхаме и так далее. И да, кстати, я уже вот-вот дорисую этого богатого парня, где он вообще совсем богатый. Но, если честно, я сам в шоке, если он будет в тюрьме сидеть. Тем более, бывает у меня такое. И вот. В общем, уже готовый богатый парень. И да, это его так зовут, если честно. А сейчас нарисую лайк. Ну, вы знаете лайк. Поставьте лайк и подписывайтесь, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и так далее. Ну, с вами был Ильюх, подписывайтесь, я буду очень благодарен за вами. Всем до свидос!